Здравствуйте, с вами ОМЗАП, меня зовут Павел, мастер-приемщик. Хотелось бы рассказать сегодня об одном интересном случае обращения к нам в сервис. Что мы имеем? Интересный Grand Starex 2012 года, визуальный вид сами можете оценить, но вся фишка в чем? На данном автомобиле установлен мотор 3OZ FE 2000 года. Данные моторы устанавливались на Lexus'ах GX, также на Toyota, Crown Majesta, по-моему, если память не изменяет, объем 4,3 литра. Что можно сказать? По общению с клиентом все нравится, приемистость и прочее, но это не единственная фишка. Дальше, когда поднимем машину, я вам тоже покажу, расскажу. Приехала машина на обслуживание, меняем масло, осматриваем ходовую, возможно, колодки. В принципе, все. Что примечательно еще в данном автомобиле? Стоят тормозные диски перфорированные, амортизаторы настраиваемые по высоте. В данный момент производим замену тормозных колодок. Механик Егор у нас уже начал тут установку. Масло в моторе мы уже поменяли, поэтому видео чуть-чуть не попадет. Но как бы технология ничего нового, все то же самое. Регламент по замене 15 тысяч, бензиновый мотор, как бы... Все, сложности никаких, технологии все те же самые. Подняли автомобиль, что мы видим? У нас имеется незначительное подтекание масла, очевидно, с масляного поддона. Коробки передач. Будет написана рекомендация клиенту по замене, переуплотнению. И, возможно, если не менялось масло в автоматической трансмиссии, замена фильтра и масло трансмиссионного. Также, что мы видим? Ну, это из переделок. Тут, естественно, мотор V-образный восьмицилиндровый, выхлоп переделанный, само собой, эластичная муфта, карданный вал, все это переделанное. Опять же, из ходовой части сзади видим нестандартные амортизаторы, тоже настраиваемые под спортивную подвеску. Ну и такой легкий тюнинг, хоть он выглядит маленько непрезентабельно, но он имеет. В общем, все, работаем, осматриваем, меняем по заявке. Как закончим работу, отчитаемся. Все, всем спасибо. Добрый день, меня зовут Егор. Мы приступаем к замене колодок. Подожди, старый. Давай, не плохо все? Можно было, конечно, поездить, но тут вот до ограничителей еще дело не дошло. Ну, на дальнюю поездку, конечно, желательно поменять было. Поэтому меняет все разом. Ну, закисшие пальцы суппортов. Обязательно проверяем, смазываем. Ну, в таком состоянии. Чистить, смазывать, да. Перед тем, как установить колодки, чистим пальчики, проверяем, обслуживаем сразу. Сейчас что делаем? Ну, ржавчину счищаем, который в суппорте внутри. Новый пыльничек. Новый пальчик. Вот они, новые колодочки. При замене проверяем пальчики и смазываем. Вот это важный вариант, момент. Ну вот и проверяем работоспособность. Видите, все двигается, ничего не закусывает. Так, ну что, мы закончили на сегодня обслуживание нашего автомобиля. Все заявленные работы клиентам были нами выполнены. Поменяли масло в двигателе, посмотрели ходовую часть. По рекомендациям заменили тормозные колодки. Если ты крутой специалист и уверен в своих силах, то это видео точно для тебя. Компания ОМЗАП уже более 10 лет на рынке предоставления сервисных услуг. За это время удалось полностью изучить все особенности по ремонту, эксплуатации и обслуживанию автомобилей марки Hyundai и Kia. Мы наработали большую клиентскую базу, регулярные машинозаезды, большое количество работ. Но так или иначе, основа любого дела
предоставления услуг? Это руки слесаря. Ну, в первую очередь, когда приходишь на работу в автосервис, что интересует? Интересует, есть ли работа, потому что от работы зависит зарплата. Платят вовремя, один раз в неделю. Всегда вовремя, задержек никогда нету. Лучше, чем у официалов. Суммы меня, в принципе, устраивают. Работы, на самом деле, много. Очень цех всегда полный. Пустым не бывает. У нас даже иногда нет времени пообедать. Части всегда у нас есть в наличии. Что-то сломалось у клиента, не надо ждать 2-3 дня. В течение дня это все доставляется. То подъемники не зависали. Мы выявили для себя сильные стороны, как создать лучшие условия для своих сотрудников. Ремзона все тепло, отапливается. Когда тепло, нигде не дует. Она убирается. Каждый день идет уборка. Есть специальные люди, которые убирают за нами. Если там разлили, посыпали опилками, все это подмели, убрали, всегда чисто. Машина только уезжает с подъемника и сразу, пока еще следующая не заехала, место уже чистое, убранное, все сухо. Зона отдыха, да, полностью оборудована. То есть... есть микроволновка, холодильник есть, то есть продукты, которые вы принесете с дома, они не пропадут. И есть недалеко столовая, где можно тоже покушать. Вкусно, как дома. Стиральная машинка есть, то есть не нужно грязную рабочую одежду тащить домой, убивать свою стиральную машинку домашнюю, выслушивать крики от жены. Туалет, душевая, это, соответственно, конечно, есть. Все, можно зайти в душ, помыться. Горячая вода есть, все это есть. В общем-то, все отлично. Мы как шестеренки в большом механизме. Весь коллектив профессиональный, каждый на своем месте, каждый замотивирован. В связи с расширением и открытием нового сервисного центра ОМЗАП приглашаем на работу квалифицированных специалистов, мотористов, автослесарей, автомехаников, автоэлектриков, диагностов для сотрудничества. Опять же, была проблема и рекомендация, вернее, даже не рекомендация, а обращение клиента по поводу регулировки углов схождения колес. Но, к сожалению, мы не смогли это дело сделать по одной простой причине. Подвеска нештатная, в настройках чуть опущенная. Мы не рискнули выставлять углы по заводским параметрам. Эту тему мы проработаем, возможно, обратную связь попозже дадим. Также у него есть износ резины, поэтому необходимо заменить одно колесо и тогда сделать уже регулировки углов. Ну, то есть мы были маленько не готовы сегодня, поэтому надо подготовиться к визиту и это дело устранить, настроить. В общем, автомобиль полностью исправен. Подписываемся на канал. Всем удачи, всех благ. Не ломайтесь. Будут вопросы, приезжайте, поможем. Все, всего доброго, до свидания.